Активный сабвуфер ELAC SAP111.2 ESP выполнен в компактном корпусе. Он оснащен фазоинвертором с крупным выходным отверстием, расположенным на передней панели. Рядом с ним находится низкочастотный динамик с диффузором диаметром 200 мм, имеющим многослойную структуру и алюминиевое внешнее покрытие. Благодаря этому вид у сабвуфера получается немного агрессивным, и во многих случаях защитную сетку лучше всего оставить на месте. Кстати, гриль здесь фиксируется на стальных штырьках в прорезиненных отверстиях, поэтому не резонирует даже на высокой громкости звука. Диффузор динамика закреплен на фирменном эластичном подвесе DES, обеспечивающем большую линейную амплитуду его перемещения, что гарантирует мощные и неискаженные басы во всем диапазоне рабочих частот. Аппарат оснащен усилителем с выходной мощностью 100 Вт. На задней панели сабвуфера расположены регуляторы уровня входного сигнала и частоты фильтра, переключатели абсолютной фазы и режимов работы. Предусмотрен единственный линейный LFE-вход, а также три акустических входа для подключения к фронтальным каналам системы окружающего звучания. Эти входы продублированы соответствующими выходами, поэтому сателлитные колонки можно подсоединить непосредственно к сабу. Для защиты сабвуфера в любых нештатных ситуациях предназначена патентованная схема ESP, наличие которой отмечено и в названии модели. Сабвуфер легко настраивается для совместной работы с любой акустикой. Кроме того, наличие фильтрованных выходов для подключения сателлитных АЭС существенно повышает гибкость комплектации системы. ELAC SAP111.2 ESP представляет собой оптимальное решение для качественного озвучивания небольших помещений.